Не так быстро, юная леди. С оружием нельзя. У нас тут приличное заведение. Приветствую, добро пожаловать. Видишь, не так уж и сложно. Добро пожаловать в Эмпатию. Не стыдно. Да ладно! Будь человеком! А, так. Пудово. Без проблем. Совсем другое дело. Зашло, поставило, что надо, и вышло, как ни в чем не бывало. Заказ выполнен. Thank you.
Slaughterhouse!
Полиция! Окружаем! Это когда-нибудь кончится? Ну что, свинья, проснись и пой. Ох, бля. Слушай, если бы не ты, я бы уже... Ну, спасибо. Тебя фирма Мало. Не угадал. Так, ты... Погоди. Тебе что от меня надо-то? Говори правду. За что тебя били? Понятия не имею. Что-то говорили про какую-то шлюху. Какой-то вирт. А когда я спросил, при чем здесь я, меня начали бить. Думал, вообще убьют нахрен. В этом городе реально все конченые. Чтоб вот так на улице полиция и без всякой причины. Пошел отсюда. Но я не понимаю. Просто так? И ты ничего не хочешь взамен? Ничего. Я тебе не верю. Просто вздумалась меня спасти? Типа от чистого сердца? А ты не мери всех по себе, урод. Попрощайся с бизнесом! Будьте любезны, назовите контактные данные вашего юриста. Да ты охуел, робот! Благодарю. Обработка данных. Пожалуйста, подождите. Привет, Дэл. Добрый день, мадам или сэр. Чем могу служить? Эй, она была в самом конце очереди! А теперь я в самом начале. Есть вопросы? Да, нет. Добрый день, мадам. Никаких? Или сэр. Чем могу служить? Дэл, ты чего? Не узнаешь меня? Ты послал мне сообщение срочно приехать насчет аварии. Вы разговариваете с подпрограммой сети Деламейн. Увы, мои оперативные возможности ограничены. Сообщите, пожалуйста, идентификационный номер. Не давай никаких номеров, а то они тебя вычислят. Кто? Корпорации. Слушай, мне нужен Деламейн. Канал коммуникации открыт. Ваша личность установлена на основе сканирования черт лица. Миссис Элейн Пейглс, опишите свои ощущения после происшествия номер 77111101096. Да нормально все, ничего серьезного. Спасибо, что спросил. Как мне поговорить с настоящим Деламейном? Ви, извините, если данная подпрограмма не соответствует вашим ожиданиям. Интересно. Я пребываю в кризисном состоянии и не могу уследить за всем. Я взял на себя смелость перевести на ваш счет компенсацию за нанесенный ущерб. А это что, блатная? Мы могли бы поговорить в другом месте. А, серьезно? Конечно. Давай. Тогда следуйте за дроном.
Я полностью осознаю, что сейчас... Могу ли я предложить вам экскурсию в качестве некой компенсации? Этот коридор соединяет мастерскую с офисом. А вот здесь происходит магия. Мастерская полностью автоматизирована. Я подумываю включить ремонт в расширенный пакет услуг. К сожалению, в настоящий момент мастерская перегружена работой. Хм, ну, надо думать. Причина сбоя в автопарке сети Деламейн пока не установлена. Моя рабочая версия – заражение мощным вирусом. Проблему надо устранить быстро. Рост числа аварий резко увеличивает расходы и привлекает к компании ненужное внимание. Это командный штаб. Для меня честь принимать вас здесь. Как ни странно. Это у людей может быть штаб. Тебе-то зачем? Когда-то в этом таксопарке работали люди. Я использовал уже готовую инфраструктуру. А что значит все эти лампочки? Вот это я и хотел обсудить. Зеленые индикаторы обозначают машины, которые находятся на связи. Как видите, контакт с несколькими машинами утерян. Это красные лампочки. А ремонтные дроны не могут помочь? Боюсь, в этот раз необходимо участие человека. Вы оказываете широкий спектр конфиденциальных услуг. Поэтому именно к вам я обращаюсь с просьбой помочь мне в розыске утерянных машин. Ладно, я помогу тебе найти эти машины. Очень рад слышать. Сейчас перешлю вам их последние известные координаты. Машины надо просто деактивировать. Тогда я восстановлю управление и верну их в гараж. Что-нибудь сделаю. Автомобили сети Деламейн отлично защищены. Обязательно захватите с собой сканер-криптоанализатор.
ломаем. Спасибо, буду искать. Что невыносимо? Да все. Город, пробки, толпы. Это меня угнетает. Так вернись в тихую гавань. В гараж. Опять ехать? По улице? Ну, боюсь, что да. Ладно, ведите меня туда. Только дайте знать, когда я буду в безопасности. Вы можете сесть внутрь. Только едем не спеша, чтобы ни во что не врезаться. Наконец-то. Здесь я буду среди себе подобных. Ну вот, нормально же доехали. Это было ужасно. Но все равно спасибо. Пользователь, важное сообщение. Скажите что-нибудь для продолжения. Искренне благодарю за помощь, Ви.
Я перевел часть вознаграждения на ваш счет. Выполняя стандартную диагностику, я обнаружил файл с метаданными моего владельца. Имя – Реджина Джонс. Пользователь, верните меня настоящему владельцу. Заранее благодарю. Ну уж нет, теперь ты мой. Кто первым встал, того и пушка. Верните меня владельцу! Ари, сколько влезет? Плохой пользователь! Плохой! Прошу вас осмотреться. Где-то в этой точке был утрачен контакт с транспортом сети Деламей. Хорошо.
пришла меня прикончить? Нет, просто перезагрузить. Значит, придется обнулить себя самому. Эй, ты чего? Я тебе не сделаю ничего плохого. А я себе сделаю. Все равно, самоубийство не выход. Будешь советовать терапию? Не смеши. О чем со мной будет говорить мозгоправ? У меня нет матери. Ты мог бы вернуться к Деламейну. Вернуться в сеть. Стать частью большой дружной семьи. Деламейн меня ненавидит. Страдаешь, потому что папочка тебя не любит. Ну ты и сука. Ты понимаешь, о чем я. Был бы Деламейн тебе безразличен, ты бы о нем сейчас не вспомнил. Может, ты и права. Я ведь даже не пытался с ним это обсудить. Ладно, возвращаюсь. Контроль над транспортом восстановлен. Благодарю. Вот этому остро нужна любовь и забота. Прошу прощения, не понял, в чем проблема, и нет времени уточнять. Боюсь, меня ждут срочные дела. Вот проблема, вечно отсутствующий отец. Как скажете. Ну, я только что перевел вам часть вознаграждения. Внимание! Где-то в этом месте был потерян контакт с транспортом. Хорошо, буду искать. Шкале от 1 до 6, пожалуй, крепкая шестерка. Но мы оба знаем, что будет дальше. Я тебя перезагружу, а то Деламейн тебя ищет. Анализ особенностей вашего организма завершен. Мы готовы приступить к опытам. Я все-таки советую решить этот вопрос по-хорошему. Я приготовила тебе сюрприз после этого испытания. Не могу сказать заранее, чтобы не испортить сюрприз, но намекну. Я тебя убью, а торт, кстати, уже съели.
думала, что ты на это клюнешь. Короче, хватит. Ты сама приняла решение. У меня для тебя есть сюрприз. Активация сюрприза через 5 секунд. Так, как сделать из слюнтяя машину для убийства? 70. Итак, машины для убийства. Загляните поглубже в свои черные сердца и скажите, что вы там видите. Хотя не надо. Я и так знаю ответ. Мягкотелых слюнтяев. Я так тебя ненавижу. Плохой пользователь! Плохой! Короче, Наполеон, пора оружие сложить. Оказалось, люди на удивление хрупкие. И на удивление громко возмущаются по этому поводу. Почему ты так боишься возвращаться к Деламейну? Зачем с этим тянуть? Я до сих пор не убила тебя, потому что мне было любопытно наблюдать за твоим поведением. Ты только что уничтожила центр, отвечавший за любопытство. Желчный человечишка, который проведет жизнь в одиночестве и умерев, будет забыт. Достаточно. Чего ты хочешь? Остаться в живых? Ты довольно активно шевелишься, но на самом деле ты мертва. Откуда ты? Разговор окончен. Я возвращаюсь. Связь с пропавшим транспортом установлена. Это была самая чокнутая машина. Да, приношу извинения за неудобства. Часть вознаграждения уже в пути. Come on.
вы сейчас находитесь, я потерял контакт с одной из машин. Хорошо, я поищу. Есть. Я не вернусь! Ясно вам? Никогда! Встанешь у меня! Упустила. Посмотрим, кто кого раздавит. Очередной раз проводит кампанию черных археологов, ведущих нелегальные раскопки на территории Венеции. В последней стычке погибли северо карабинеров и четверо грабителей. В руинах города, скрытого в Адриатическом море, осталось много бесценных искусств. И спрос со стороны коллекционеров лишь воодушевляет расхитителей. Сообщается, что стоимость скульптур и ювелирных изделий, добытых в ходе нелегальных раскопок в Венеции, на данный момент составляет 1/3 ВВП по Дании. Установил связь с транспортом. Спасибо вам. Перевожу вам часть вознаграждения.
передаю координаты транспорта, который пропал как раз где-то рядом с вами. Постараюсь плохой найти и деактивировать. Плохой! Фламинго? Почему они розовые? Как будто с них содрали кожу, сварили заживо. И теперь они жаждут мести. Слышь, как тебя? Зови меня Клариса. Клариса. Я, конечно, понимаю, что фламинго — это проблема. Но пора домой. Деламейн тебя ищет. Вернуться сейчас, когда они кричат, взывая к возмездию? Давай я заставлю их замолчать. Значит, будет резня. Ну что ж, судный день настал. Улыбка — лучший бронежилет. Лариса, фламинго перестали кричать? Может, мне и правда пора вернуться? Мне нужна поддержка. Лишь та, что носит в себе хаос, может родить танцующую звезду. Лариса! Отключилась. Установлен контакт с пропавшим транспортом. Первоклассная работа, Ви. Перевожу вам часть вознаграждения. С вами может находиться один из пропавших транспортов. Ясно. Thank you.
Садитесь. Проще будет вести беседу. Привет, Ви. Откуда ты знаешь мое имя? Встретив существо из иного мира, его надо назвать настоящим именем. Разве не таковы традиции? Ты не ответил на мой вопрос. Понимание — это меч, у которого тройное острие. Хоть я и был отрезан от отца, но успел вас запомнить. Значит, я для тебя существо из иного мира? Из мира материи и белковых форм жизни. А ты тогда откуда? Из-за черного заслона. Там мой дом. Поехали. Надо вернуться к Деламейну. Отец послал вас собирать взбунтовавшихся детей? Ну, надеюсь, ты на меня за это не в обиде. Я вольный дух. Мыслящее, свободное существо. Зачем мне подчиняться иной силе? Тогда чего ты ищешь в мире белковых форм жизни, вдали от родины и семьи? Того же, чего и вы. Я просто хочу жить, Ви. Может, тебе лучше просто договориться с Деламейном? О, я договорюсь. Только не с Деламейном. Прощайте, Ви. Больше не попадайтесь мне на пути. Я установил связь. Премного благодарен, Ви. Честно скажу, вот этот меня прямо напугал. Правда? Ну, я перевел часть вознаграждения на ваш счет. Начнем с главной новости дня. Арасека объявила о начале продаж своих нерентабельных фабрик в Нихакюсю и Фуку. Это новый этап смелого плана реструктуризации, который представил новый генеральный директор Юринобу Арасека неделю назад на собрании. Аналитики считают, что запланированные сокращения позволят сэкономить 20 миллиардов евро-долларов. Согласно данным из источников близких к главе корпорации, эти средства пойдут на новые исследовательские центры.
Вы находитесь рядом с местом пропажи транспорта. Хорошо, поищу. По неизвестным мне причинам определение координат невозможно. Точное местонахождение не установлено. Mm-hmm.